20 ноября у Бенни Ганца истекает срок мандата на формирование правительства, который был вручен ему в октябре президентом Ривлином. Почти 48% посетителей сайта News.ru Каил, принявших участие в опросе, уверены, что на этой неделе договоренности достигнуто не будет. 19% считают, что вскоре Ганс объявит о создании правительства меньшинства, и Либерман поддержит эту идею. Всего 15% верят, что на этой неделе Кахоль-Лаван и Ликуд договорятся о создании правительства национального единства, а 6% участников полагают, что Либерман вот-вот объявит о вхождении в коалицию с праворелигиозным блоком. С 21 ноября любой депутат может попробовать собрать подписи 61 парламентария для создания правительства. Но если и это не принесет результатов, то Израиль весной пойдет на третьи выборы.